В развалинах детского лагеря наткнулся на местных. Похоже, чужаков они не любят. Но я должен добраться до плотины. Мой передатчик нахлебался воды, так что ответить на вызов с Авроры я не смог. Аня волнуется. По дороге стоит проверить церковь, это приметный ориентир. Алёша может ждать меня там. Ну, снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Фанеры, вы чего? У вас уже есть один, а? Он на нашей территории попался. Ха, а сетка моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты, небось, засал? Кто засал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все! Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умный и сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыла, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть, чтобы потом других не привел. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. Разрывной! Разрывной! Что, гад, выбрался? Ты молодец. От хозяина леса выйти не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чёртов рюкзак. Пожарничал я. Ну, стреляй или вали. Мне готовиться надо. Скоро экзамен. Учителю скажу. Наших защищал. Не ссал. Девочек не обижал.
Учитель, я пришел. Можно я... Чужак в ловушку попался, а Женька-пират орать начал, что все добычи его, ну, или хотя бы ботинки. Еще один? А Ольга чего молчала? И с нами не пошла. Странно. Кстати, где он, чужак-то этот? Да там и висит, если хозяин не добрался. Тогда тем более скорее надо. Да, давайте в темпе. Будешь стрелять? Ну, раз не стреляешь, значит, правильно говорят. Чужаки бывают и нормальные. Мы пионеры. Убиваем только бандитов. Это пираты. Эй, чужак! Вашего в лагерь отвели. Он тоже на бандита не похож. Его после лесного суда отпустят, наверное. Да и Ольке он, похоже, понравился. Она вожатая. Ты только не убивай наших в лагере. Там женщины и дети. Не убивай, чужак. Посты можно через пещеру обойти. Или на лодке. Главное, не убивай.
совет учителя! Это как это? Чужака отпустили, а он других может привести. Он же все у нас разведал. Не отпускали мы его, он сам убежал. Охранник отвлекся, и он наказан. Ха-ха-ха! Но когда вас чужаки резать будут, это вам сильно поможет. Ага, вы тут будете бегать и кричать, махра, они же наказали. А может вообще достыть, сразу и дать? Сами вы достыли, и таким обещали удерживать и сбежали. Да как ты? У нас там все ребята полегли до последнего. Мертвые земли наступают. Это тебе ни одного чужака под замком удержать. И болотный лагерь мы точно удержим. Не ссыте, мямли. Еще раз скажешь, такой в лоб дам. Хватит ругаться. А чего он на пацанов погибших наезжает? Ладно, замяли. Вы пионеры облажали. Теперь придется напасть на их пояс, а не ждать, пока они здесь окажутся. Это нарушение завета. Мы должны защищаться. Нападение — лучший способ защиты. Это где такое было? Чё-то я не помню, чтобы учитель... Учитель говорил, читать надо. Вот мы в нашей книге и вычитали. Ну, раз вашей, то и нападайте сами. А мы не станем. Учитель перед смертью говорил, нельзя убивать всех подряд. Сначала судить надо лесным судом. Ха, ничего другого мы от вас и не ждали. Ничего, сами справимся. И когда второго словим, сразу к столбу приколотим. Он же не бандит, и девчонок не обижал, он только защищался. За что его к столбу? За то, что чужак, что пришел к нам как бандит. Так что мы его приколотим как бандита. И только вякните потом, что мы бандиты. Это что, угроза? Предупреждение. Так, объявляю собрание закрытым. А теперь, по законам гостеприимства, отведайте нашей еды. Ну и всех дураков. А у меня тут как раз кое-что заваривается. О, вот это я Дятиной какой-то несет, что ли? Пойду ополоснусь, пожалуй. Сколько витьку в углу стоять? А я знаю. Ромыч вернется, решит. А что? Я просто думаю, зря мы его так. Это же не он обманывал, а его чужак облапошил. Так же его Олька отвлекла. Ну так его и не за обман, а за глупость. Ведь это как на посту уши развешивал. Хорошо, этот чужак просто ушел. Он ведь говорил, где-то шел.
стрелять буду. Это кто там? Что такое? Прямо! Сейчас бы на боковую. Сейчас мы на боковую. Если он меня. Да. Чего из-за пары чужаков так ушел? Делать вожатым нечего. Так, не спать. Хозяин будет дать мало. О, второй явился. Вот и что,
совсем выросли. Они смогли построить в лесу настоящее общество. Они полностью обеспечивают себя всем необходимым. Смогли защитить себя в множестве стычек с животными и людьми. Они даже производят весьма сложное оружие. Причем разработали его совершенно самостоятельно и показали мне лишь готовый образец. И в то же время они все еще чтят кодекс. Правда, он стал для них чем-то вроде Святого Писания, а я сам, похоже, превращаюсь в какого-то мессию. Похоже, я дал им все, что мог. И теперь пора отойти в сторонку. Они уже большие. Справятся.
Ребята! Прекратите драться, вы же все погибнете! Этот чужак не бандит вовсе, он безоружных не убивает!
победил, чужак! Ничего не поделаешь!